все абсолютно бессмысленно. И когда мы начинаем находить смысл, мы его никогда не найдем. Весь смысл заключается только в вас самих. Вы есть смысл вашей жизни. Вы есть энергообмен вашей жизни. Вы есть предназначение вашей жизни. Другого ничего не бывает. И когда вы начинаете чувствовать свою значимость перед самим собой, то тогда у вас не возникает моментов, а как я это сделаю? У вас не возникает вопросов, а что мне для этого нужно? У вас не возникает вопросов, а почему я кому-то что-то должен дать? Потому что кто-то – это уже ты. Если ты сам себе не хочешь отдать себя до последней капли, то зачем ты нужен сам себе, если ты жадничаешь себя для себя? Это и есть энергообмен. Это не про то, что банально, что я тебе дал вот это, а ты мне дай вот это. Это до последней капли. По-другому не бывает. И если ты в процессе на какой-то процент, на чуть-чуть, ты не получишь от этого процесса ничего. Это как на уроке сидеть. Когда ты сидишь на уроке, ну, не знаю, там, математики, да, и ты, например, там, полформулы ты услышал, послушал, а остальные там половина формулы там, ты не стал слушать. Как бы, ну, я же половину прослушал. Ты не решишь этот, ты не решишь эту задачу. Ты не придешь к правильному логическому ответу. Потому что ты не был вовлечен на 100%. И в жизни у нас точно так же. Если ты хочешь кому-то уделить чуть-чуть своего времени, то ты должен вот в это вот чуть-чуть вложить всего себя. Если ты хочешь максимум уделить время, ты должен вложить всего максимум себя. Всегда только по максимуму, по-другому не бывает. Если я веду эфир, то это не говорит, что я веду эфир, а думаю о чем-то другом. Не будет такого, не бывает. Если я веду эфир, то я вся в эфире. Я вся на 100% здесь. Полностью отдаю. И если мне что-то человек говорит или рассказывает, я вся в 100% в этом разговоре. Я вся там, потому что нет никого, кроме меня. И если я не буду на 100% в каждый момент своего времени, то меня не будет. То я буду всегда половинчатая, я буду всегда нецельная, я буду всегда на какие-то проценты. Меня, как меня, 100% не будет.